Итак, ребята, массовое отсылание сообщений в личку и в сообщество Дискорда, Телеграма по поводу работоспособности параллельц. 18.32, 19.20, 19.21. То есть люди пишут о том, что... Давайте откроем Дискорд. Сейчас я покажу. То есть то, что выскакивают вот такие ошибки. У кого-то даже на 18.32, поэтому показываю еще раз, как что делается. 18.32. Поехали. Первое, что делаем, программу из любого источника. То есть нам надо скопировать эту команду. Все файлы есть у нас в Дискорде, в Телеграме. Заходим, подписываемся, забираем. Открываем терминал, вставляем команду, вводим пароль нашего компьютера Mac. Все. Второй момент — это command line tools for Xcode. Берем, устанавливаем. Значит так, ставим параллельку. У нас есть параллелька и скрипт. Открываем. Образ установить. То есть раз, принять. Вводим пароль. Разрешить. Здесь соглашаемся со всем. То есть вот так делаем. Закрыть. Тут мы нажимаем установить Windows. И она скачивается. То есть скачивается, устанавливается. Первым делом мы устанавливаем У нас есть скрипт для 18.3.2. Открываем. Из папки tool вот этот файл licenses скопировать и вставить вот сюда, в корневую папку. Далее. Свойства скрипта
открывать приложение, другое, программы, утилиты, терминал, добавить, настроить. Теперь мы идем к конфиденциальности и безопасность, доступ к диску, и даем нашему терминалу доступ к диску. То есть программы, утилиты, терминал. Все. Открываем папку нашу, открываем скрипт и запускаем. Скрипт нам говорит отключить System Integrity Protection, SIP. Смотрим, как отключается SIP. Итак, ребята, мы с вами выключаем Mac, подождем, пока погаснет клавиатура. Все, и идем с вами в Recovery. Нажимаем на кнопочку Touch ID и держим. Параметры запуска, загрузка, отпускаем. Шифрование диска, так же как при чистой установке, должно быть отключено. Об этом говорили во всех видео. Поехали, нажимаем параметры. Нажимаем «Забыли все пароли». И теперь вводим Apple ID и пароль, к которым привязано наше устройство. Аутентификация выполнена успешно, войти в режим восстановления. Далее мы нажимаем вот «Утилиты», «Терминал». Я приближу, чтобы было видно. И в терминале мы с вами пишем такую команду csr util disable. Соглашаемся. Отключаем с вами System Integrity Protection. Вводим пароль от нашего компьютера Mac. Ожидаем. System Integrity Protection is off. Вводим еще одну команду. Вот, вводим пароль от нашей учетной записи и ждем. Все, мы отключили System Integrity Protection, мы закрываем с вами терминал и перезагружаем Mac в обычном режиме. То есть после отключения SIP у нас все заработает. Поехали дальше. 19.2.0. То есть тоже программа из любого источника, Parallels и патч для виртуальной машины. Устанавливаем Parallels Desktop 19.2.0. Закрываем полностью, открываем этот патч, патч статус не установлен, нажимаем установить, ждем. И открываем Parallels. Разрешить. Все работает.
То есть 19.2.0 рабочая. 19.2.1 тоже рабочая, надо отключить SIP. Тоже. То есть перематываем на SIP, смотрим, отключаем, все будет работать. Все вот полноценно она работает. Лучше ставить 19.2.1, потому что 19.2.0 какой-то баг, она подлагивает немножко. Всем спасибо за внимание, лайк, подписка, комментарий. Всем пока.